Из-за нехватки койко-мест в горах Муфтия Дагестана предоставил медресе для лечения больных коронавирусом центральной больницы Унцикульского района. Религиозное учреждение выделило здание для размещения пациентов. Помещение осмотрела главврач Унцикульской больницы Айшат Магомедова. Абдулай Ахмад Хаджи Аб... Магомедович от именно Муфтия Республики Дагестан предложили помещение под... при необходимости развернуть помещение для оказания помощи больным медресе, который находится в селении Унцкуль. Помещение имеет все условия, созданы для для медперсонала или для реабилитации больных. Представители Муфтиата и администрации села Унцикуль выразили готовность оказать необходимую поддержку для медработников и больных в виде ежедневного питания, а также предоставить волонтерскую помощь. Сегодня Муфтиат Республики Дагестан Медресе расположенные в селении Унсукуль, данное время не функционирующее. Передаем для пользования центральной районной больницы Унсукульского района в связи с нынешним положением.